Здравствуйте! Сегодня мы будем учиться готовить или печь русские блины, потому что блины в России пекут. Раньше блины пекли в печи, поэтому в наше время мы говорим, что мы печем блины. Чтобы испечь блины, нам нужны 2 чашки молока, 6 яиц, примерно 1,5 чашки муки, чуть-чуть соли, чуть-чуть сахара, примерно 1/2 столовой ложки, 1-2 столовые ложки растительного масла. Чтобы приготовить тесто, мы перемешиваем яйца с сахаром и солью, добавляем молоко и перемешиваем. Добавляем муку, растительное масло и снова перемешиваем. Начинаем выпекать. Разогреваем сковороду и добавляем немного растительного масла. Наливаем на сковороду примерно 90 мл теста. Сковороду нужно слегка наклонить, чтобы тесто растекалось по кругу. Блин выпекаем 1-2 минуты. Потом переворачиваем и выпекаем еще 30 минут. Время выпечки зависит от уровня жара. Эти блины можно есть с вареньем, со сметаной, с мясом, икрой, творогом или красной рыбой. Надеюсь, вам этот рецепт понравится. До свидания! Всего хорошего!